Прошу прощения. Николай Георгиевич, старый друг, привет. Ага, жив-здоров. Я провожу вебинар, который ты вроде бы и смотреть должен бы. И вот. Я тут вспоминал тот самый. Так, друзья, это не шутки. Ко мне позвонил сам Сергеев, Николай Георгиевич. Один из последних. Извини, что я так называю. Меня же слушают люди. Вот. Один из последних магикан, один из последних мамонтов. Вот. Мамонты когда-то вымерли, и мы тоже вымерли. Извини, у меня такой тон. Грустно. Сейчас звук добавил. Звук добавил. Говори. Значит, я ж тебе сюжет посылал сейчас. Вот там. Ты посмотрел, как я проводил матч на мастер-класс для студентов техникума. Ну, ты это ты. Я тут не дошел до этого, потому что это самое. Нет, ты посмотрел сюжет? Нет, когда бы я не успел. Я просто не удивлен. На WhatsApp зря, он даже не открывается. Я не хотел тебе звонить, даже не открывается. Вот. Или я дурак. Не знаю, почему тебе не открывается, я могу тебе снова на WhatsApp. Нет, у тебя говорю всем, не пишите на WhatsApp, тычу, бесполезно. Вот. В общем, там я... Мне нужно, чтобы на электронный адрес. Вот. Сейчас вебинар продолжается, я просто хотел сказать, что мы все слушатели, тебя знаем. Одного из великих организаторов. Вот. Слушатели твои могут, значит, на WhatsApp, да, номер мой набрать, я им брошу этот сюжет. Слушай, вот, ты же есть... Погоди. Мы делаем проще. Я считаю, что твое появление, ну, не случайно. Это Бог велел. Мы сегодня про Бога тоже говорили. Яндекс. Да. Набираю. Секунду. Садо. Для всех. Вот. Сергеев. Нет, не Челябинск. Ладно. Сейчас ищем. Южноуральск. Сергеев Николай. Николай. Так и нет, это ты знаешь, люди не знают. Они же экран смотрят, видят сейчас. Вот он. И тут написано, уже не я писал, а автоматом. Сергеевич. Так вот, друзья, вот он с бородой. Вот, этот человек, который один из первого десятка, это я говорю не из лести, вот. Этот человек, который организовал съезды садоводов. Нет, первой стройки я так, Георгиевич, как только помрем, мы будем, может, первой тройки. Но пока первой тройки те, кто на том свете, я никогда живых не выставляю вперед. Тогда ты в первой десятке. Вот. Вот так вот. Вот любой нажмет сейчас, родился в 50-й год. Ой, елки-палки. Да я старше тебя на несколько месяцев. А, это... Ну, послушай, хотя у тебя борода не молодеет. А я... Пусть и все остальные тогда послушают. Значит, в этот сюжет рассказывается... Нет, сейчас это Николай Георгиевич. Давай мы сделаем так. Ты мне присылаешь электронный адрес, я открою, я прокомментирую и расскажу на следующем вебинаре. Сейчас надо продолжать, потому что люди ждут ответа на свои вопросы. А время осталось 20 минут. Я им показал, как тебя найти. Тут и найдут и адрес, и телефон, и все. Одну можно. Значит, смотри, есть продолжение по сюжету. По сюжету мастер, после мастер-класса Александрова, ты тоже помнишь Александрова? Да. Говорит, а что ты, значит, не свяжешься с агроинженерным институтом? Я связался с ректором, и мы договорились, что они привезут ко мне на мастер-класс студентов, когда будут вести абрикосы и персики. Так что все имеет продолжение, и у меня будут последователи, я не буду мамонтов. Извини, но я не верю этому. Мы вымрем, на этом все. Так, я специально молодежь, которая меня слушает, подзуживаю. Все, пока. Присылай на электронный адрес все, что считаешь нужным. WhatsApp для меня это закрытая, это недоступная тема. Давай, пока.
Так, ну поехали дальше. А на чем мы остановились? А мы не тут были. Ага, вот. Итак, Сергеев это личность.